На границе Казахстана и Китая открыли новый таможенно-логистический центр на контрольно-пропускном пункте Халжат. Проект стоимостью 10 миллиардов тенге реализован в рамках государственно-частного партнерства и будет способствовать увеличению грузооборота. Замерить весогабаритные параметры машины, пройти рентген-контроль и проверку документов всего за 30 минут и, самое главное, без очередей, позволяет новый логистический центр на границе Казахстана и Китая. Зона досмотра у нас увеличена до 30 машин сразу можно. Сегодня, если я захочу досмотреть на старом пункте, да, на двух машинах мы захлебнемся, остальные станут в очередь и будут ждать. Центр работает по принципу единого окна. На одной территории таможня, банки, санитарные и ветеринарные службы, офисные здания, склады. То есть машина может заехать, получить весь комплекс услуг, которые она не могла получить. Раньше она вынуждена была ехать в Алма-Ату. Сейчас она получает это все на границе, очистив груз, выезжает отсюда и едет в конечный пункт назначения. Тем самым экономит время. Потенциал нового комплекса в несколько раз выше. Центр может обрабатывать до 500 транзитных грузовиков в день. В планах увеличить объем транзита в 7 раз к 2020 году. Полина Чехичина, Оскар Сергалиев, Ерлан Абжанов. Итоги дня. Алматы.